Осенние тенденции нового сезона – это яркий макияж с двумя акцентами. Можно использовать акцент на глаза и на губы, на румяна на губы, на губы и на ногти. Цвета популярные в этом сезоне – коричневые, бордовые, золотистые и фиолетовые. Губы можно красить темными помадами, это очень популярно сейчас, темно-вишневые, темно-фиолетовые, например. Цвет кожи должен сиять, поэтому тональную основу мы берем легкой текстуры. Брови должны выглядеть натурально, естественно, но ухоженно. Будьте яркие и неповторимые.